Всем привет! Сегодня будем записывать Battle Royale. Меня просили записать матч, чтобы в нем присутствовал Шеймус. Но не сказали, играть за него или нет. Ну, чтобы он присутствовал. Ну, я не буду за него играть. Сыграю за Рока. Так, Шеймус. Шеймус, вот он. Шеймуса берем, возьмем Марка Хенри и возьмем Джона Сину. Не стал брать большой Battle Royale, возьмем 4 человека. Тут у нас DX показывают топ момент 2010 года. Выход Рока. Ну, все его уже знают. Выход Шимуса. Или Шеймуса. Не знаю. Всем нравится по-разному говорить. Кому как удобней. В общем, кельтский воин Шеймус. Марк Хенри. Здесь он в красненьком костюмчике, то есть как фейс еще. Вот видите, какой забавный, улыбается. Ну да ладно. Ну и Джон Сина. Ну здесь еще у него старенькая футболочка, оранжевая. Можно сделать, конечно, самому черную и все такое. Но не хочется делать. Ну его выход тоже все знают. Поэтому пропустим. И начнем бой. Battle Royale — это где нужно выбросить. О, Шеймус тут сразу атакует меня, Сина на Марк Хенри. Ну вот мы меняемся. Чтоб тут показать-то, в принципе, я даже не знаю. А, сложность стоит легенда, поэтому, возможно, меня первого выбросит. Не знаю. Вот, Сина реверсирует. Но не хочет, конечно, первым вылететь. Ай-яй-яй. Так вот приходится быстренько нажимать, чтобы не покинуть ринг так рано. Сина, блин. Что такое, выбросил? Да, ну все, и вот я и поиграл. Далее, что, буду просто комментировать, не играть. Марк Генри выбрасывает Шеймуса и остается один на один с Джоном Синой. Вот так вот получилось. Меня выбросили. И того, кого попросили поставить, тоже выбросили. В общем, как-то, блин, не знаю, не очень получилось. Извините. Ну, потом, может быть, еще перезапишу бой, если попросят. Если не попросят, то пускай так и останется. Что у меня в последнее время короткие бои получаются. Хотя уровень легенды стоит. Я не знаю, как быть. Ну, надо было, наверное, народу побольше поставить, но у меня сейчас как-то времени нету, поэтому поставил 4 человека. Попозже, если будет время, запишу побольше, но только напишите в группе, если надо побольше. Ну или других кого-нибудь. Можете всех участников написать, каких нужно поставить. Пока у нас тут реверсирует Марк Генри, вот такой вот скуп слэм приводит на Джонни Сине. Джон Сина реверсирует. Пытается доминировать. Бьет по сиськам Марк Хенри. Поднимает его. Марк Хенри реверсирует. Russian Leg проводит ему. Опять Джон Сина реверсирует. Ударяет Марк Хенри. Марк Хенри теперь доминирует. Вот так вот головой удар. Падение с локтя. Ну что-то они прям вообще уж. Давай, Сина, выбрасывай. Нет, Марк Хенри не дает выбросить себя. Опять головой ударяет Джону Сине. И опять с локтя. Что-то затягивается. Выбрасывайте уже друг друга. Ага, головой не получается. Сина ударяет по поясничке.
Вот так вот you can see me, и в жбан получает Марк Хенри. Хенри реверсирует опять, не дает Джон Сине доминировать. В общем, то один доминирует, то другой. Следует реверс за реверсом. Панчи вот раздают друг другу. Сейчас походу, да, борьба пошла. Похоже, Джон Сина выиграет. Да, выбрасывает Марка Хенри и побеждает Джон Сина. Ну, кто-то порадуется, кто-то не порадуется. Не знаю. Ну, в общем, вот так вот как-то. Всем пока.